Город Амурск отметил свое 63-летие. Как прошел праздник, об этом расскажет моя коллега Дарья Пушкарева. Амурск славится талантливыми и известными людьми, поэтому главная ценность и богатство Амурска – это его жители, которые трудятся во благо процветания города. Учителя и врачи, энергетики и металлурги, ветераны и молодежь, для которых город стал родиной. Амурск постепенно преображается и хорошеет с каждым годом. Развиваются инфраструктура и социальная сфера. Создаются условия для более комфортного проживания. Где бы я ни была, я приезжаю с удовольствием здесь. Нахожусь, с удовольствием прохожу по городу, радуюсь каждому мгновению, каждой маленькой-маленькой радости на глазах. Торжественное открытие мероприятия «Праздничный Амурск» прошел на площади. Там же от имени главы города прозвучало традиционное поздравление молодоженов «Свадебный Амурск» и премия «Одаренным детям Аистененок 21». Поздравляем наш любимый город с праздником, желаем ему процветания, дальнейшего развития, чтобы все было хорошо и чтобы молодежь не уезжала из него. На Комсомольском проспекте свою работу «Бульвар интересных встреч» амурчаны гостей города приглашали поучаствовать в интерактивных играх и мастер-классах, а также насладиться игрой на духовых инструментах, посетить выставки и поучаствовать в викторине. Я поздравляю город с днем рождения. Что могу пожелать? Только расцветания ему. Прошла и концертная программа под названием «Юность Амурска» с участием творческих коллективов города, дошкольных образовательных учреждений и презентация лучших номеров конкурса «Детская мозаика». О, желаем счастья, удачи, любви, понимания, чтобы люди были счастливы, чтобы радовались в это время, чтобы они друг друга поздравляли друг друга. Это хорошее дело. Мы поздравляем всех, весь Амурск, во имя Господь Твое, чтобы оно было хорошо и прекрасно, чудесно было, люди радовались и веселились. На втором ярусе при Дворцовой площади состоялась развлекательная площадка «Про Амурск. Здесь интересно». В программе были интеллектуально-развлекательные игры, семейные интерактивные развлечения, конкурсы и призовое лото. Поздравляем наш дорогой город с праздником. Пожелаем самое главное здоровья амурчанам в связи с коронавирусом, чтобы больше никто у нас не болел. Желаем городу дальнейшего процветания и развития. Поздравляем. Ура! С праздником! Ура! С праздником! Желаем все хорошего! С праздником, дорогой город! Желаем всем жителям всего самого хорошего! У памятника «Я люблю Амурск» состояло закрытие спортивно-творческих состязаний «Игрище на Амуре». В программе показательные выступления казачьих коллективов, фланкировки и фехтование шашкой, кулачные бои, метание холодного оружия и казачий круг. В завершение торжественного мероприятия на площади города прогремел праздничный салют. В день годовщины нашего любимого города желаем всем его жителям здоровья, успеха, благополучия и семейного счастья. Пусть в семьях амурчан всегда царит мир, тепло и достаток. С праздником! Дарья Пушкарева, Олег Кузьмичев, телеканал Амурск.